Привет, YouTube, всем привет. Ну вот очередной, как говорится, этап ремонта. Теперь надо собирать крышу. Но есть одно маленькое но. Вот я включил подсветочку. Как мы видим, заводское тут у нас вот такое вот. И ничего здесь, так сказать, такого приличного нету. Вот поэтому я многим ребятам предлагаю. Вот эту крышу есть смысл привести, так сказать, в другой вид. Для начала первым слоем вот такой смарт клеить. Вот такое вот покрытие, ну, как бы жесткое. И потом вторым номером нашей помы более мягкая. И как бы крыша чуть получше себя будет. Ну, как говорится, продолжение следует. И для удобства работы, кстати, я не стал клеить потолок, в смысле потолок стал клеить, не стал вот эту крышечку ставить на место пока. Отсюда тоже, как говорится, если что, будет удобно куда-то подлезть. Так что вот такой расклад. Ну что же, прогреваем слегка феном, хотя у нас тут и в гараже вот 21. И вот эта красота возле печки режет. Но тем не менее феном прогреваем. Вот она, прикаточка наша. Надеваем варежки. Ну, я долго сам процесс снимать не буду. Надо, те, как говорится, уже видели. И начинаем клеить паточек. Клеим, прикатываем. Вот таким вот роликом. Он у нас уже тут не одну крышу обкатал. Вот очень даже хорошо. Ну все, надо одевать мне перчатки, греть, прикатывать, так сказать. Сори, снимать не могу. Ну вот такой вот у нас получается вариант. Вот, вот здесь вот у нас немножечко перехлёст пошел, но ничего страшного нет. Как бы все нормально, все хорошо. Вот все. Как бы идет в пределах разумного, никаких проблем нету. Единственное, конечно, неудобно будет это все клеить. Вот. Почему? Потому что крышу я не стал доставать, чтобы ее немножко не поломать, чтобы не было склада. Потому что это неудобно тут сделано. Надо вот это все разбирать, либо брать, сдавливать крышу и так ее немножко рачком-бачком вынимать, можно, так сказать, повредить. Повредить она не порвется, она просто-напросто на ней получились бы складки. Поэтому я решил этого не делать, не доставать ее. Вот, чтобы или разбирать вот это вот, так сказать, из-за того, чтобы ее снять. Вот, и в капелях вот до этого, более свежей модели, там как бы крыша, вот эта часть чуть по-другому сделана, она легко достаточно выходит. Вот здесь немножко на этой модели с напрягом, поэтому я не стал этого делать. Вот. И решил пока вот клеиться отсюда. Я думаю, все получится, потому что не получится, как говорится, не может. Вот не первый, не второй раз отнимаюсь, поэтому все будет нормально. Все заклеится, все подклеится. Вот, все будет хорошо. Все, остались кое-какие остатки. Вон там пустышки у нас. Это можно будет вот эти кусочки. А их тут, в общем-то, конечно, немного, но и немало. Вот. Это можно пустить на заднюю дверь. Вот. Что останется там на коп. Вот. Ну, тут, скажем так, чуть больше полвеса получается осталось. Ну, вот она, наша крыша. Крыша. Вот сюда еще можно кусочек запустить наперед. Отрезать так аккуратненько и засандолить. Вот так вот. Хотя бы по середочке. Он там не пирает. Ну вот.
Тут особо каждый миллиметр тут утаптывать смысла не имеет. Вот оно и бело нормально. Все. Почему? Потому что если его укладывать, то надо все открытые железки этим покрывать и снутри там и прочее, чтобы добиться там очень впечатляющих. Но тем не менее. Слышно, уже слышно. И вторым номером нашей программы пойдет другой вариант. Вот, пойдет другая фигня у нас. Вот. Которая мягенькая, но тоже самоклеящаяся. Это мы оставляем на багажничек. Вот, нам уже не надо. Вот, сейчас мы будем заниматься другим видом шума. Вот. А это как бы все нормально. Вторым номером нашей программы будет изолон. Он такой вот толщины где-то, наверное, около 5 миллиметров. Кинький. С этой стороны пленка отдирается, и он клейкий. Вот, берем ее и вперед из песней. Наклеиваем вторым слоем. Так, резкость наводись. Вот, следующим номером нашей программы режем кусочками и клеим. Вон наш предыдущий слой. Вот это последующий. Кое-где прям с перехлестом так, чтобы вообще мягкий, хорошо. О, хорошо, как слышно. И вот. Тазик. Вот так вот. Вот что дает вот этот материальчик. Вот тут я его на столе нарезаю. Меряюсь и вот. Ну, осталось тут немного, немного, немного еще. Полтора, так сказать, прохода. Ну что же, вот в два слоя пройдено. Вот. Вот так вот, точно. Вот, как мы видим, прошлось все в два слоя, где-то с перехлестом, без перехлеста. Как говорится, ничего страшного. Теперь надо будет еще сделать. Вот здесь вот этот пыль мусор, это из-под усилителей, когда я ковырячками. Вот, взять пылесос, это все есть, как бы собрать. И в принципе можно будет ставить потолок. Ну, опять же, вот здесь у нас тут есть одна маленькая, один маленький косячок. Вот, когда снимал потолок с ответки, был ободранный вот такой вот. Вот так он был приклеен термоклей. Как вы сами все знаете, термоклей у меня есть, все есть. Никаких нету. Это все приклеить. Вот такие вот вещи. Так что потолок здесь в оконечном моменте держится на вот этих двух вот липучках. И вот здесь вот резиночка его немножко придерживает. И все. Больше ни на чем. Ну, естественно, вот этими ответками тоже он в эти части, вот в эти части подпирает. Вот, в принципе, эпопея с крышей